станция называется «Дерево Улитино». Соответственно, имеет некоторую связь с Павлом Улитиным, московским писателем. У меня просто вчера как-то складывалась некоторая концепция, но, видимо, за ночь и за утро она уже развалилась, почему, собственно, я это делаю, да? Так или иначе, видимо, в этом есть какой-то смысл. Вот. Просто критическое как бы, мышление, которое могло бы это как бы, объект как-то зафиксировать, да, то есть и оно куда-то потерялось. Сейчас во время чтения я, собственно, этот проект маленький буду осуществлять. То есть дерево Улитино будет появляться в процессе чтения.